Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент, и это Смертельная битва! Монахи Шаолиня, мы продолжаем. И нам необходимо найти эту китану, которая постоянно от нас куда-то сваливает. Сваливает это бестия, но мы до нее рано или поздно доберемся. Опа-на! Вы так прекрасны. Кто вы? Я Китана, дочь Шинкана, повелителя внешнего мира. А вы враги этого мира, следовательно, вы и мои враги. Разве она не должна помогать нам? Чё это сейчас было? Мне тут вообще перевод забавляет. Ах ты. Так, тебя с Китаной, в общем, деремся. По сути, как бы вот и босс уже у нас получается. Ага, вот она. Давай-ка. Так, тебе отправили. Вы так красивы. Ох ты, зараза. Блин, ставь блок. Так. Опа-на. Давай. Есть. Во, неплохо. Ты, бляха, ты муха. Куда ж ты? Куда ты, мать твою, стреляешь? Нифига себе, она комбинации какие выдает. Так, тебе, во. А чё я её в воздухе не могу? Так тебе, а ну-ка дай-ка я тебе добиваница сделаю. Блин, смотрите, а сумасшедшая. Так. А по всей видимости отключены эти фаталити, долбаные. Давай-ка. Во, все, наконец-то. Блок. Блин, с ней будет посерьезнее. Так. Давай-ка. Нифига себе она вытворяет. Что случилось? Находится под воздействием магического заклинания. Ты должен снять с нее это заклятие и тем самым освободить ее. В погоне за Китаной. Блин, опа-на! Вы гляньте, Китана, Милена и Джейд, если я не ошибаюсь. Офигеть, три в одном. Или один на троих. В нашем случае, да? Блин, аж эмулятор лаганул. Ты что сделала, дура? Ох ты. Ворачивайся. Греби лапами. Там он крылатый. Ух. Ты как, а? На ее, нифига себе. Это Лю Кен. Ух ты, смотрите. Какие-то монстры. Здоровые причем. Опа-на, нога. Нога прилипла. А это что такое? Так, нажмешь на эту кнопку, что-то будет тут. Нажмешь на ту. Опа-на. Джейд. И Милен, неспроста вас загрузки показали. Что же мне с вами делать? Блин, они... Мне иногда диалоги прикалывают, ё-моё. А уже не говорят, а просто гавкают что-то. Угу. Ты что делаешь? Опаньки. Все. Давай, Лю Кен. Где Кун Лао? Обычно мы в заставках всегда двое здесь. Опаньки, теперь их три. Ёлки-палки. Ослабь Китану, чтобы поместить ее в это устройство, но будь осторожен с убийцами, они попытаются отобрать ее у тебя. Я так и понял. Так тебе, давайте сначала хотя бы с одной разберемся. Нет, вы гляньте, а? Так тебе. Вот, читерные эти атаки поперли. Ух ты! О, не-не-не-не-не-не-не! Нихера, не, нифига подобного. Так. Да чтоб тебя. Есть! Все. Давайте-ка мульталити делай это свое долбанное. Во! Давай. А я не могу нифига его сделать. Вы прикиньте, да, у меня кнопка это просто здесь перестала работать в этом режиме. Так тебе. И раз. Во, нормально. Блин, да вы гляньте, а. Зараза. Зараза. Есть. Опа-на. Все, закинул ее. Ах ты, зараза. Так. Да чтоб тебя. Опять он ее возродил, а. Так. А стойте, может быть их в печь отправить, а?
Как думаете? Так тебе. Ах ты, зараза. Так, да смотрите. Блин, а. Так, надо, короче, как-то с ними разобраться. Так дело вообще не пойдет. Вообще не пойдет. Так. Со всех сторон стреляют, стреляют. Блин, проходу вообще не дают. Ой, там синий, фиолетовый. Красный, синий, голубой, блин. Выбирайте цвет любой. Опа-на. О, смотрите, подловил-то как, а. Давай-ка. Есть! Угу. Сваливай отсюда нахер. Так, куда ты там? Так. Блин, а как же мне тебя достать-то? Так. Есть! А, смотрите. Давай. Твою мать! Она еще и восстановилась. Как мне сделать этот обдолбанный муталити? Ай, бля! Так тебе. Так, давай апперкоты хотя бы там делай, я не знаю. Так, во. Угу. Так тебе. Давай-ка. Может быть, ее надо на этот, как его, на печь долбанную? Да чтоб тебя. Во, заклинание. Давай. Есть! Одну, короче, вырубили. Ага, вот. Блин, они одна сюда, другая туда. Так, неужели? Господи, это было на грани, я так думаю. Ну чё, нормально, все отпустило? Блин, так появился сзади. И отрубилась нахрен. Нормально-то. О, здоровье. Разделайся с убийцами. В этом месте есть... Ага, среднее здоровье подобрали. Разделайся с убийцами. Как же я разделаюсь-то? У меня здоровье не густо. Так. Ах ты, зараза. Надо, короче, как-то разделить. Во. Давай. Блин. Ты чтоб тебя! Вон ловушки! Так! Ах ты, зараза! Зараза! Так! Давай сюда ее! Я не понимаю, я что не так сделал? Блин, чё ж вам надо-то от меня, а? Во! Одна готова! Давай-ка сюда, во! И еще раз, я тебя просто застрелю! И раз! Ах ты, хренатень-то получилось, а, все, сдох. Кончай его. Блин, сейчас меня будут кончать, на. На, и в жопу шест, все, фаталити, охренеть. Какая в жопу трансформация экана, вы вообще о чем? Какие-то странные тут сообщения выскакивают. Как мне с вами быть-то, а? С этими дурочками-то, ё-моё, чё? Шо делать-то? Да давай-то уже. Ох ты. Во, видали, да? Классная картина вообще. Угу. Вообще, вот этот четкий скриншот, вся суть моей игры, как бы сейчас вот это отображена в нем. Давай-ка ты. Во. Так. Давай-ка. Ёп, твою медь. Так. Блин, смотрите, они еще и наводящие пускают, а? Они еще, мать их, и наводящие пускают. Уй, блядь. Так тебе. Ах ты, зараза, на! Смотрите, блочит еще, зараза. Так. Да что ты делаешь ему, сумасшедший? Так тебе. Так тебе, ах ты, блин, зараза, а? Ты иди ты нафиг. Ух ты, ёпта твою медь, а. Так тебе. Так, погодите. Может быть, что-нибудь я смогу купить. Это херня. Подбрасывает врага в воздух. 6,5. Сколько? Где мне такие деньги взять? Так. Блин, смотрите, как подловила, а. Есть. Давай. Сюда ее. И мешаем этим. Так тебе.
Так, тебе. Есть! Давай-ка! Да чтоб тебя! Все. Давай-давай-давай! Давай-давай-давай-давай! Так тебе! Во, неплохо! Еще раз, еще раз! Все, забиваем, забиваем! Кстати, одну, походу, я там конкретно забил тогда. Ну, это понятно, все. Это опять так эффектно сзади появился. Нет, меня прикалывает, она такая, я типа... Что-то сказал, так и отрубилась прям на самом нужном месте. Я думал, она хотя бы поможет, на нашу сторону встанет. Она просто отрубилась. Да я так и понял, ёлки-палки. Ах ты, зараза. Ах ты, тварь. Так. Давай, 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 давай. Блин, смотрите, она... Она двоих. Так тебе. Блин, да что ж вы делаете-то, а? Давай, давай. Ух ты, зараза. Так. Есть. Давай-ка. Давай, 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 давай. Давай. Блядь. Есть, все. Вообще охренеть. Охренеть, ребята, это здорово. Вот, теперь эту, давай-ка. Проверь. Куда ты прыгаешь, дурак? Куда ты прыгаешь? Во, давай-ка, проверь там еще свою силу. Давай, блядь. Давай. Давай-ка, во. Господи, все, поджарил я эту. Жесткач полный. Как ты такую атаку делаешь, а, сумасшедшие? Так тебе. Есть. Давай, 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 давай. Есть. Да чтоб тебя. Блин, а? Блин! Есть! Ты чтоб тебя! Так тебя! Там, смотрите, там... Каждый сам за себя уже, походу. Дестматч просто начался. Так. Так тебе. Во, нормально. Давай, 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 давай. О! А это стоит, смотрит, как я буду делать. Смотрите, она даже не реагирует, дура. Давай. Во. Хорошая работа. Бля, сумка. Ой, бля. Давай-ка. Сделай ты что-нибудь. Во, добивай. Да, блядь. Так. Милену бей. Так. Еще раз. Есть. Все, короче, эту сжечь. Жечь нафиг, давай. Ух ты, елки-палки, давай, давай. Блин, слушайте, как же тут трудно нажимать-то, а? Это охренеть просто можно. Все. L1. Есть. Что мне с тобой сделать? Вниз, 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 влево, квадрат. Он так быстро появился и исчезло, офигеть. На! Фига себе, сейчас... Черт, я ей прям в башку навтыкал! Фига себе! Позволь мне помочь тебе. Спасибо. А кто ты? Я Лукан. Пришел от Земли. Это Кумлао. Мы пришли, чтобы предотвратить вторжение Шансуня на Землю. Шансунь? Но Шансунь не так уж и хочет Землю. То бабскими голосами, Шансунь, то мужскими... Шансунь не хочет. Чё тут? Все ясно. Ой, фу нахер. В баню. Тебе лучше взглянуть на это. Один мертв, второй оглушен. Джейд? Ты убил ее. Она была моей лучшей подругой, а ты убил ее. Не прикасайся ко мне. Я тебя уничтожу за убийство, Джейд. Она пыталась убить нас. Прости, но на тебя действует какое-то заклятие. Ты пытаешься убить нас. Где я? Как я сюда попала? Может, это тебе поможет? И не заглядывать под вуаль. Отпусти меня! Говори. Джейд была моей лучшей подругой, как и для Китаны. Но Шанкан наложил на нее заклятие, чтобы контролировать ее со всех сторон. Ты понимаешь, какое заклятие навел на нее Шанкан? Шанкан? Разве это не твой отец?
Я не собираюсь винить тебя, Джейд. Я виню того, кто заставил меня называть его своим отцом. Он убил моего отца и захватил его трон. Я виню Шинкана за то, что он сделал моей матери. Что он сделал? Теперь я все вспомнила. Где рептилия? Кто? Рептилия? Если Мелина здесь, значит, рептилия тоже. Они всегда вместе. Я уверена, что они оба охотятся за мной. Блин, а? Лопух в шляпе! Не смог. На, вырвало. Все, и сваливает, да? Это что, шляпник этот? Я не могу позволить ей уйти. Подожди. Мы не все знаем. Рейдан сказал бы нам, если бы было еще что-то. Ты должен больше думать о том, что происходит сейчас, а не о девушке, которую освободил. Что-то так топчется на месте. Да, замочили, Джейд. Это что такое? Это что-то мы подобрали. Что-то интересное, походу, да? Ну-ка, давайте-ка глянем. И раз! Во! Ну-ка. Ты получил способность кулака разрушения. Теперь сможешь разбивать объекты. Ну, наконец-то! Ядрёно вож! Кулак руин! Какую победу? За уничтожение этого врага. Как? Как разбивать-то? Блин, а? Кулак руин. Как мне его использовать-то? Не хоть бы сказали бы, дайте хотя бы опыт подберу, что ли. Тут вон опыт валяется. Блин, эту, конечно, замочили. Жестко, однако. Ну, погнали дальше. Что я скажу? Тут у нас как бы вариантов не густо. Куда-то полетели. Кулак руин. Как пробивать? Непонятно. Может быть, мы вернемся в предыдущую локацию. Портал, ты, надеюсь, действует. И в обратном пути хотя бы. Учитель Рейдан. Рейдан. Кумлао, Лукан. Я узнал, что Шансунь как-то использует магию богов и тем самым ослабляет внешний мир. Я не понимаю. Ты можешь ослабить Шансуня своими победами над его воинами. Каждая твоя победа отражается на силах Шансуня. Вы должны сражаться до конца. Это единственный способ спасти землю. Тогда придется соперничать между собой. Сила Шансуня будет разделена между вами. Тогда Шансунь станет уязвимым и не сможет напасть на землю. Рейдан, кто такой Шинкан и где Китана? О нем можешь забыть. Китана все еще пытается вернуть свою память и оправиться от воздействия заклинания, под которым она находилась. Вы двое должны сейчас заботиться о спасении Земли. Проходя через порталы, вы найдете новых врагов и новые пути ослабления Шансуня. Вы поняли? Угу. Блин, аж угли из жопы вываливались от его телепортов. Так, куда нам идти? Сюда? Или... Так, стойте. А, ну понятно, мы назад возвращаемся. Стойте, что я делаю-то? Мы назад возвращаемся, это очень хорошо. Тут даже вот сохраниться можно, что давайте, собственно, и сделаем. Сохранимся. Ну и думаю, давайте тогда на этом-то и закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующей серии. Спасибо, что смотрели, ставили пальчик вверх. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам. Всем пока.